Всем привет, меня зовут Катя, и мне 10 лет. У меня есть два любимых цвета, синий и зеленый. Они по-своему красивые, но а если их смешать, получается очень красивый лазурный цвет. Счастливой меня делает время, которое я провела с моими родными. Когда я держу на ручках моих морских свинок, или когда я гуляю с моими друзьями. Лучше всего, на мой взгляд, я умею писать тексты, играть с моим братиком и ездить на велосипеде. Больше всего я боюсь темноты, потому что мне мерещится страшный силуэт. Мне становится грустно, когда я вижу бездомных животных, потому что мне их становится очень жалко. Если бы у меня был миллион, я бы купила бы путевку для всей семьи в Швейцарию, а оставшуюся сумму я бы отложила бы про запас. Мне нравится в людях чувство юмора, щедрость и искренность. А не нравится мне в людях жадность, невежество и высокомерие. Насчет того, кем я хочу стать, когда вырасту, я еще не определилась, но очень хочется, чтобы моя профессия была связана с путешествиями. Я мечтаю научиться летать или же объездить весь мир.